Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин «5 капель». Все для самогоноварения, виноделия и дистилляции. В прошлом нашем обзоре мы уже говорили о том, какой ареометр для определения крепости алкоголя и сахара выбрать. В этом выпуске мы хотим поговорить о такой важной составляющей для снятия показаний, как мерный цилиндр. Использование подручных емкостей увеличит расход продукта, чтобы ареометр опустился на достаточную глубину. Нужна посуда с большой высотой и желательно нанесенной градуировкой, чтобы совмещать риски мерной емкости и показания шкалы ареометров. Для таких целей существует такой лабораторный предмет, как мерный цилиндр. На витрине вы видите мерные цилиндры самого распространенного объема 100 мл и 250. Мерные цилиндры – это цилиндрические сосуды различной вместимости с нанесенными на наружной стенке делениями, указывающие объем в миллилитрах. Цилиндры изготовлены из стекла, имеют пластиковое основание, позволяющее ему быть более устойчивым. Шкала мерного цилиндра устойчива к любым воздействиям. Мерный цилиндр имеет специальный носик, который обеспечивает удобное и безопасное переливание жидкости из цилиндра в другую лабораторную посуду. Чтобы отмерить необходимый объем жидкости, ее наливают в мерный цилиндр до тех пор, пока нижний мениск не достигнет уровня нужного деления. Мерные цилиндры калибруют обычно на наливание. Объем 100 мл. Материал стекло, основание пластик, высота 225 мм, диаметр 30 мм. Объем 250 мл. Материал стекло, пластик основание, высота 290 мм, диаметр 40 мм. Разный объем мерных цилиндров рассчитан на разные нужды. Если вам нужно снять показания ареометра, то объем мерного цилиндра будет зависеть от размеров ареометра. Например, для бытового ареометра достаточен мерный цилиндр объемом 100 мл. Ареометр в него погружается, не касается дна, не задевает стенок. Ему комфортно и удобно. Если у вас большой лабораторный ареометр, он уже не поместится в маленький мерный цилиндр. Ему необходим мерный цилиндр объемом 250 мл. Если у вас АСПТ, ареометр лабораторный с термометром еще большего размера, то необходим мерный цилиндр 2000 мл. Главное, чтобы ареометр свободно помещался в мерный цилиндр и не прислонялся к стенкам. Эти мерные цилиндры второго класса точности. Но также для высокоточных лабораторий в нашем магазине есть мерные цилиндры первого класса точности. Если у вас возникнут трудности с выбором нужного объема, вы всегда можете обратиться в наш магазин, и в зависимости от вашего ареометра мы подберем нужный мерный цилиндр. Спасибо за просмотр этого видео. Возникли вопросы, задавайте в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.